Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Ровно 2 недели назад я снимала видео под названием «Всю лишнюю рассаду я пустила под нож». Еще тогда пришло очень много комментариев таких, ну не то что негативных, что «Зачем издеваетесь над рассадой? Зачем так рано садите? Что это вообще?» Даже там писали «головорезы». И многие, конечно, после этого спрашивают, всегда вот когда что-нибудь делаешь такое неординарное, спрашивают, покажите, как выглядит сейчас эта рассада, все. Вот сейчас я вам показываю, как выглядит эта рассада через 2 недели. Она уже завязала плоды у меня. Вот видите помидорка? Вот помидорка. Сейчас подальше туда вглубь проведу. Может, увидите еще. Вот томатик. Но я не буду по всем кустам шариться, тут очень... Вон там дальше еще крупнее висит томат. Я ничуть не издевалась над этой рассадой, я наоборот улучшала ее качество. Мало того, что я обрезала ей верхушки, я сейчас ее еще через 2 дня высажу в числе первых в открытый грунт под пленку, и она еще даст мне первый урожай, и, возможно, даже хороший, богатый. Так что это не издевательство над рассадой, когда мы обрезаем ей верхушки. Это улучшение качества вытянувшейся рассады. Вот видите, она очень хорошо себя чувствует. И почему она даст мне урожай в открытом грунте в числе первых, одной из первых? Просто потому, что она была у меня посеяна для теплицы на запас, на крайний случай. Вдруг там что замерзнет, на подсадку, на поломку. Но так как ничего не случилось, она у меня осталась лишняя. И в открытый грунт было высаживать ее очень рано. Поэтому я ее обрезала, улучшила ее качество. Вот она была же вытянувшаяся, упавшая. И она продолжает расти дальше, поэтому она и завязывает плоды очень быстро. Вот сейчас она у меня дома на стеллаже под лампочкой стоит. Но ей, конечно, если я высажу ее на солнце, в землю, она очень быстро начнет формировать плоды. И, скорее всего, в открытом грунте действительно это будет первый урожай. Вот тебе и издевательство над рассадой. Получится еще, может быть, самое лучшее, уже не рассада, а растение. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я показала, как сейчас чувствую себя рассада, которая у меня пошла под нож. Она уже вся в томатиках. До свидания.